В начале сентября в Минэкономразвитии Чувашии состоялось совещание с производителями одежды. Обсуждался вопрос обеспечения школьной формы детей и беженцев с Украины, которые не смогли приобрести или получить ее вовремя. Предприятия Чувашии откликнулись на призыв решить проблему. Сегодня состоялось вручение одежды некоторым школьникам. Спортивная форма там, тут спортивная форма и белая футболка. А тут, так поняла, школьная форма. Я хожу в Ядрине, я живу в Ядрине, в школу номер 3. Нормально учусь, уже со всеми познакомилась. Да, освоиться было сложно, а так, ну, уже город уже мы узнали весь, знаем, где что находится, уже привыкли. Настя стала одной из 12 детей, кто получил новую форму сегодня. Всего же в течение месяца костюмами были обеспечены 60 нуждающихся ребят. И это вручение было заключительным. Организация нашей республики подготовили, сшили на них форму, им подарили. Чтобы, еще раз говорю, они, чтобы они знали, что для них здесь все расположено, что они учатся, что они так же, как и все остальные, красиво одеты, ничем не обделены. Поэтому я надеюсь, что они будут чувствовать себя хорошо, уютно, будут учиться только на пятерке и вырастут достойные граждане Российской Федерации.